Добрый день, друзья. Сегодня у нас 5S и замена экрана. Такая вот проблема у нас с экраном. Тач работает. Экран вышел из строя при падении телефона. Снимаем два болтика, которые держат экран. Снимаем экран. Не всегда снимается присоской. Аккуратно, будьте аккуратны, здесь находится шлейф кнопки Home. Отстегиваем его. Стегнули. Далее снимаем защитный экран. Под которым находятся разъемы экрана и тачскрина. Не путаем болтики, они разные. Соединяем. Давайте попробуем новый экран. Так он выглядит. Соединяем разъемы. Включаем телефон. Пробуем все кнопки. Вот вроде все работает. Выключаем. Защитный пластик. Переставляем со старого экрана кнопку Home. Защитный экран с динамиком. Снимаем. Она у нас на скотче по периметру крепится. Отложим в сторону. Снимаем защитный экран.
динамик. Далее здесь такие разъем есть, защелки. Отстегиваем. Снимаем металлический экран вместе с динамиком и с передней камерой. Аккуратно вот с этим устройством. Здесь камера и разъемы для динамика сидят на двустороннем скотче. Вот так отстегиваем все аккуратно. Переставляем. Тут сеточка такая стоит, снимаем ее тоже. Бывает, что экраны идут уже в комплекте, все это приставлять не надо. Но если экран пустой, вот как у меня в данный момент, то необходимо все переставить. Это защитная сетка. Давайте ее проклеим. Посадим ее на скотч. Далее резинка. Далее вот такой вот экран датчика. Тоже необходимо переставить передние камеры. Переставили. Вставляем шлейф, вот этот вот в сборе. Снимаем, вставляем. Ставили шлейф с камерой. Далее ставим защитный экран. Шлейф должен быть сверху камеры. Закручиваем.
по бокам. Ставим кнопку Home. Установили. Устанавливаем экран. Застегиваем разъемы. Работает. Ставим защитный экран. Далее застегиваем, соединяем кнопку Home. Этот болтик можно было, в принципе, не откручивать. Вставляем сверху вниз, и все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте лайки, кому понравилось. Удачного дня!